Чего я только в Расте не делал. Доставал соседей, рейдил читаков, мучил кланы. Но в игру добавили машины, а это означало, что настало то самое время стать таксистом. Но для этого мне нужно было для начала развиться. Вайпец, вайпецкий, я люблю. Будет веселье? Наверное. Вау, это что такое стоит? Это машинки? А почему их так много? Ого. Я собрал свою первую тачку на топовом движке и поехал в центр карты. О, вот это я понимаю, вот это скорость. Поверили, что у меня был топовый движок на старте? Не, моим движком был этот бичуган. Слушай, а мне нравится машина уже. Ну я вообще как бы бомж нейкед, я пока бегаю, ищу место для постройки, вот встретил двоих. Думаю, нужно проникнуть в клан, забрать ресурсы, застроить до... О, я это вслух сказал, да? Вперед, бойцы! Толкайте меня, я хочу покататься. О, хорош. О, нифига себе скорость. Мы таксисты, мы начинающие таксисты, не надо нас убивать. Я сейчас депсов вызову. Немного пофанившись, я побежал в центр карты, чтобы отстроить свой первый домик. Ой-ой-ой, тут какие замесы, ё-моё. Так, на место. Гони бабки. Гони лут, который ты фармил. Да, я хочу скраб. Еще хочу. Ну да. Ну молодец, у меня больше нет. О май год! Ты столько лута пропустил, братишка. Почему я не могу сесть? О! Одна постанова на другой. Ты видел это? Отстроив свой домик, я побежал лутать сразу же с Эвербранч, так как мне нужна была синяя карта. Так, домик у меня вот здесь, надо запомнить. А болото кто-то уже застроил. Да, мне точно не послышалось. Подними, пожалуйста. Лук забирай, все. Подними меня, далеко бежать не нужно. Куда дроп скинул, ты не видишь? Антирад. Вот антирад, кстати, мне сейчас пригодится на трейн-ярд сходить. Машины так сверкают ночью, конечно, жестко. По-моему, там кто-то разбился на коптере. Наверное, обидно ему, потому что коптер стоит 750 скрапа. Да-да, они уже идут. Они с ревиками, как минимум. Ребята решили полутать артешку. Ну а так как у меня ничего не было, я отправился следом за ними. Ой, это челик с СМГ-хой. Что тут со звуками?
где его дружане? Он АФК! Выход у нас, по-моему, вот отсюда. Домой бежать мне, конечно, далеко. Но это, наверное, того стоит. Ух ты! Да не, чуваки. У меня гранаты есть. Я, если что, смогу их закидать внутрь. Ну а вот и рейдеры, походу, убегают уже вдвоем. А бегут они на воду. А что они тут рейдили? Походу я нашел, что они тут рейдили. Ух ты! А я могу этот домик себе забрать во втором верстаком? Тут и место прикольное. Что это у него? Это я могу бибику себе собрать? Офигенно! У него есть второй верстак. А что мне нужно для полного счастья? Правильно, второй верстак. Сори, брат, но ты мне пока что тут не нужен. О! Огненные стрелы, это пушка. Плюс 200 скрапа. Неплохо. Неплохо. Дай попить. Спасибо. Играешь с кем-то или нет? Нет, я в соло. Дай побегу с тобой. У меня нет хаты, вообще не вижу. Блин, я хочу гараж себе отстроить. Я, наверное, этим сейчас и займусь, подожди. Не, запчастей нет, но их купить не проблема. Там можно плохие купить или найти. И спокойно, в принципе, тачку пригнать. Подрабатывай таксистом как бы, понимаешь, да? Отвезу в центр карты, недорого. Блин, а мне интересно, в какой гараж тачки будут помещаться? Вот этого я еще не знаю. Ну вот тут у меня будет стоять гараж, а вон там дом. Она заехала? Ха, она заехала? Вот это пушка! Однажды, когда я фармил камушек на мой гараж, меня убил какой-то берданчик. Я догадывался, где он живет, и решил к нему наведаться. Понял. Нормально я пофармил. Нормально камушка фарманул. О, так у меня тут дом недалеко. Но этот парень совершил одну огромную ошибку. Он не забрал арбалет с огненными стрелами. Тут только что не было машины. Это по-любому его дом. О! Вышел дружок. Он, по-моему, тачку хочет собрать. И это его дом. А у меня есть только одно. У меня есть только арбалет на зажигалках. Он выходит. Я топнул! Держи! Убил! Что, братишка, нормально? Убил меня. А топка? Топка есть? Топка есть! Поехали быстрее!
Он забрал у меня камень, я забрал у него машину. В принципе, хороший трейд. Офигеть, она летает! Вот это контент! Офигеть, я дрифтую! А вот и мой гаражик. Я надеюсь, можно открывать? Металла в доме у меня не было от слова совсем. Я отправился на аутпост, чтобы закупить металла и купить бурчик, так как мне нужно было очень много нафармить камушка. Чувак, по-моему, конь быстрее машины ездит. Нормально, кстати, у меня металла. Где мои шестереночки? Ну и следующей задачей у меня было обустроить мой домик. О, пушка. Так, домик у меня уже немного обустроен, только я бы еще вот так вот сделал. Оп. Написав в чатике, что таксист готов выехать на работу, сразу же появился клиент. Нужно было из пустыни подбросить типа в зиму. Я сразу же взялся за это задание. Где клиент? Я что-то не пойму. Он мне написал, чтобы я сюда приехал. За серу. Где клиент? А вот и мой первый клиент. Здравствуйте, куда едем? Квадрат. Неважно куда? Ну, примерно F22. F. Окей. М. А где у нас М? Ну, поехали. Это было по плану. Ой. Вот это было плохо. Кажется, мы что-то потеряли. У нас сломалась тачка, и мы решили вызвать инспектора. Здравствуйте, вы приехали починить машину, верно? Да, верно, все верно, хорошо. А почему вы не на машине приехали, а на коне? Нам нужны свечи новые. Замена свечи нужна. Колеса какие-то, и вот это что это, я вообще не знаю. Ага. Вот. Поршни. Найс. Все, мы можем дальше ехать. Инспектор, вы нас отпускаете? Проверьте целостность машины. Пожалуйста. Пожалуйста, поаккуратнее. Поаккуратнее. Ну, в принципе, сойдет. Сойдет. Можно ехать. Я вас сопровожу. Только сзади. Давайте, вы спереди, я сзади поеду. Слушай, он обгоняет нас на коне, алло. Это незаконно. Да, вообще. А я могу его сбить, интересно? Неподалеку от меня начался рейд, и не сходить туда я просто не мог. Вы ж меня знаете. Офигеть, тут база отстраивается.
По-моему, у меня есть шансы что-то украсть. МПшку украл. Могу еще, наверное, что-то украсть. Беги, беги, беги сюда, сладкий. Спасибо за берданочку. Но сейвить вот это мне по-любому нужно, потому что берданки крафтить я не умею. А берданочки мне нужны. Бывает. Я могу топовое двигло теперь купить. Огонь? Огонь. Оказалось, что бомжики, которых я убил, были моими соседями. Да-да. Что ты там сидишь, алло? Я тебя видел. Ай, Чизи! Чизи, это подписчик! Чизи! Не знаю никаких Чизи, вы обознались. Чуваки, хотите покататься? Самый лучший Чизи, я тебя люблю. О, давай, да, хотели бы. А можно устроить нам это? Покатушки на машине? Ща, у меня вроде все компоненты есть. Правда, двигатель у меня не очень, но покататься можно, наверное, будет. Я тут где-то автобус видел, я хочу его забрать. Вот он, смотри, какой красавчик стоит. Вон, вон стоит. Привет. О, записка тут есть. Слушай, а где вы живете? Вот, прям перед тобой. А, вот этот домик с буферкой. Чуваки, не поверите, я только думал, типа, что за соседи появились. Думал, надо будет что-то выселять. Оказывается, не, нормально. Тогда окей. Может, не надо? Не. Может, ну раз, не надо? Раз так, то все нормально. Ну слушай, я не уверен, то, что она поедет, но попробовать можно. Я тоже не уверен. Поехали. Ну слушай, нормально. В мой гараж она не поместится. Нормально. Сейчас разберем. Да покайся, нормально, нормально. Это что за колбаска? Она не помещается. Слушай, мне нужно еще пристраивать. Нормально, нормально, ты не бойся. Все хорошо, сраты. Чувак, ну... Быстрее, давай! Мне ее к дому прикатить надо. Погоди, погоди, погоди. Толкну, 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 толкну. Не, нормально, нормально, ты едем. Второй минус. Еще один. Забайтил. Забирайся.
Я подниму. Я двоих убил, и это третий остался последний. Живи, братик, живи. Красавчик. Вы далеко собрались? Нормальный замес был. Я короче там потерял. Питон, который я вынес. Uh-huh. А там еще мой ревик был, и я выбил берданку с китайца. Надо же. Ну, спасибо. После этого под моим домом начался кошмар. Что там еще один? Тихо-тихо. Голову дал, Так, с пацанами разобрались, калаши забрали. Идем дальше. А чё так изи, уважаемые? Я не уверен, но походу меня там жахнут. И эти типы, с которыми мы постоянно стреляли, жили возле нас? Чувак, ну давай только как бы по-братски, без выстрелов. Ну, я просто хочу забрать тачку. О, да. Чуваки, я мирный, честно. Так, слева у нас живут нормальные соседи, с ними мы сегодня поговорили. Там живет странник. Экскурсия. А справа у нас бочка с топливом, походу нам придется ее зафармить. Ля какая стоит, о боже. Я б, наверное, ее уши угнал, но поеду бомжей себе. Так. Привет. Стопе, садись, не бойся. Сел? Где все бомжары? Я что-то не вижу. О! Клиент! Садись, не бойся, садись, поехали. Блять, я обосрался. Только без резких движений. Гелендваген, Вагенваген на делюге. Серьезные ребята сзади, в кожанке. Окем, эртаге гаплашамыз. Башыңызды құттығым тікемен, ва сікемен оның құттығым. Я выразил благодарность тебе на своем языке, узбекском. И мы пойдем домой сейчас. Давай, удачи тебе. Ну да, если вы, ну, то есть открафтите все, окей, пойдем. Почему нет? А, у нас есть чат, точно. Я напишу в чате тогда. Алло, да, напишу. Ты сейчас не ливаешь, правильно? Ты еще не оскорбляй меня. Я понял. И эти ребята доставали нас всех. И мы решили собрать все наши силы и прорейдить их прямо в онлайне. Я не в курсе, но... как бы я имею представление, с какой стороны лучше начать. Явно не с этой, лучше начинать вот смотри сзади, потому что там, как я понял, каменные стенки снизу, видишь? Ну еще машину поставим.
О май гад, это чё за кал? Чувак, у них тут буферок миллиард просто. Мы так просто дом посмотреть пришли, ребят, не обращайте внимания, мы соседи, мы уходим. Чё, по дверям или по стенкам? По дверям или по стенкам? Я надеюсь, там не МВК, иначе это ГБА. Вниз. Убил! Взорвал! Чувак, тут много компонентов. У него ресы. Ломайте ящики. Его гантрап убил. Ракеты были. Ракеты, порох. Забрал. Ставьте шкаф. Стой, шмотки не забирай все, я сейчас оденусь. Ставьте шкаф, ребят. Тут еще скрап, они могли перенести. Бахнем их дальше, нет? Сзади. Убили нашего. Отойди. Крафти двери. -2. Где наш? Отходи, не выходи с базукой, не выходи с ракетами. Но теперь я знаю то, что у них здесь ничего нет. Нормально. Извини. Потихонечку мы перенесли все ресурсы с того дома, разделили лут и разбежались. Свой домик я решил еще немножечко укрепить, и эту ночь моя крепость должна была простоять. Ну и если вам понравился ролик, не забывайте ставить лайкосик и писать комментарии. Всем пока!